У следующего героя спорткадра регалий меньше, но все равно достойно. Шестикратный чемпион Беларуси, обладатель Кубка страны, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы, участник Олимпиады в Лондоне, лучший футболист Беларуси 2011 года. Немногим удалось стать чемпионом в Батэ и еще каком-то клубе. Вратарь Александр Гутер сделал это в Бресте. Правда, несмотря на перспективу вновь сыграть в Лиге чемпионов, он ищет зарубежные варианты. Пока футболист отдыхает, агент работает. Контракт пока не продлевал с брестским «Динамо»? Ну, пока все в стадии обсуждения. И еще изначально, когда велись разговоры с руководством клуба, я обозначил, что я хочу закончить чемпионат, а потом уже думать о продолжении своей карьеры, потому что очень хотелось стать чемпионом. Я считаю, что я не до конца раскрыл свой потенциал в российской премьер-лиге, когда у меня был такой легионерский вектор. С другой стороны, у Бреста в 2020 году будет Лига чемпионов, о которой я давно тоже очень мечтал. И, естественно, такой турнир не хочется пропустить. Мы должны сидеть, ждать варианта, а там уже все зависит и от того, как работают агенты. Да, ты отработал, сейчас работает агент. Сейчас работает агент, да. Еще неизвестно, кто будет главным тренером. Вот, поэтому будем думать, где продолжить свою футбольную карьеру. Непродление контракта с Марцелом Личкой – одна из главных футбольных новостей этой зимы, причем и для болельщиков, и для футболистов «Динамо». Видимо, по белорусским клубам ходит какая-то эпидемия, что в каждой команде сейчас увольняют тренера. Поэтому, ну, это нехорошая новость для нас, потому что мы с человеком прошли столько времени, прошли такой длинный путь. Но это решение руководства, и игроки на это решение никак повлиять не могут. Сменить Личку в Бресте может Олег Дулуб. С этим тренером вратарь работал в минском «Динамо» и одесском «Черноморце». Даже работа в Батэ, когда он там проработал 3 или 4 месяца, показала, что, ну, клуб хорошо шел по дистанции, они достаточно много набирали очков, поэтому опыт работы с такой командой у него есть, и я думаю, что справился. Гутер лично постарался, чтобы прервать 13-летнюю гегемонию Батэ. Александр хоть за него и не играет, но верит в родной клуб. Если брать даже этот сезон, то Батэ при таком количестве очков всегда становился чемпионом. Я думаю, что в Батэ все равно процесс хорошо налажен, и я думаю, что с командой будет все хорошо, и это будет, как и всегда, главный претендент на чемпионство. Поэтому не нужно скидывать их никогда со счетов. Там хороший подбор футболистов, там хороший менеджмент, поэтому я думаю, что в следующем году тоже ожидается очень тяжелая борьба. То есть Батэ главный претендент, не «Динамо» Брест? Ну, претендент не один будет, в любом случае всегда претендентов много. Еще попросили 30-летнего вратаря сравнить босса «Динамо» Александра Зайцева и покойного Анатолия Капского. Это, можно сказать, было его детище, которое он растил, это был его ребенок, которым он дорожил, и он не мог допустить такого, что кто-то будет говорить плохо или думать об Батэ. Александр Николаевич тоже переживает за клуб, но он еще немного времени находится в этой всей кухне белорусского футбола. Я думаю, что он обязательно поймет все, потому что все-таки человек уже за 3 года добился таких больших результатов. Переход Гутера из Батэ в минское «Динамо» после сезона 2012 года – настоящий скандал. Но вообще футбольная миграция в Беларуси – норма. Нет такого, чтобы футболист перешел в клуб конкурента, и его там болельщики, допустим, уничтожали там полностью. И футболист бы тогда, естественно, никогда бы не перешел бы в этот клуб, потому что он бы даже не мог подумать об этом, потому что знал, что потом с ним могут сделать. Поэтому у нас все происходит это либерально, и я думаю, как такового, чтобы футболист сказал, я никогда не перейду в этот клуб, нет, потому что никогда не говори никогда. 26 марта у национальной сборной Беларуси полуфинал Лиги наций в Грузии. Если выиграем, останется сделать один шаг до Евро, причем дома. Но единственное, что минус, это игры эти будут проходить, когда у белорусских клубов только начнется предсезонка. Было бы, конечно, здорово, если бы большинство белорусских футболистов играли где-то в Европе и имели в это время игровую практику. Игроки и тренерский штаб будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы добиться этого результата, потому что это мечта любого футболиста, который не был на чемпионате Европы, и я думаю, что все футболисты будут стараться воплотить эту мечту.